Внеочередная 51-я сессия Словуческого городского совета началась с принятия в состав депутатского корпуса нового депутата, вместо покинувшего город Славутич. Новым депутатом стал Нестеренко Дмитрий Анатольевич, согласно рейтингу от избирательной комиссии. После этого мэр города поздравил депутатов с праздником. Мы вышли уже далеко за рамки простого місцевого самоврядування, вирішення місцевих проблем. Ми з колегами навіть якось порахували кількість повноважень місцевих і делегованих. Повірте мені, делеговані повноваження вже набагато перевищують як по кількості, так інколи і по значеності повноваження місцевого рівня. І ми з вами за цим столом дуже часто приймаємо рішення, які стосуються не просто міста Славутича, а розвитку країни в цілому. Я вам хочу подякувати за консолідацію, за роботу в міській раді. Абсолютно переконаний, що тільки в спільних рухах, тільки в спільному баченні може бути розвиток. Свято вам, вас, натхнення вам, здоров'ячка, всього-всього найкращого. І повірте мені, там, де є справжнє місцеве самоврядування, там буде розвиток і там буде процвітання. Я цього бажаю нашому місту, нашому Славутичу і впевнений в тому, що так і відбудеться надалі. Свято вас. Дякую. Далі розглянули обращення депутатів. В частності, депутат Корнійчик настоює на проведенні окремого совещання по вопросам медицини. Це і здравий діл, це і профільний зам, це і, можливо, представник медико-санітарної частини, де ви могли зрозуміти, що це відбувається. Тому що у колективу нерви здають, і, собственно говоря, у многих жителей в тому числі. Дата этого совещания будет определена позже, после избрания нового главного врача городской Славутической больницы. После этого рассмотрели вопрос об утверждении акта передачи комиссии по реорганизации СМСЧ. С докладом выступил председатель комиссии. Завершился термин работы комиссии за реорганизацией специализованной медико-санитарной части номер 5. Відповідно, проведена ревізія і інвентаризація основних засобів, перевірені бухгалтерські документи, баланс підприємства, що приєднується, сам баланс підприємства за розділом 1 – це нефінансові активи, складає 18 468 846. Гривень станом на 8.12. Фінансові активи складають 20 217 927 гривень. Всі акти підписані, підпис на даний момент немає підпису начальника державного закладу спеціалізована медико-санітарна частина у зв'язку з хворобою і Хоропатої Наталії Володимирівні, але вона погоджується, вона зараз підписує, вона на лікарняному, вона вийшла з лікарняного для того, щоб підписати дані акти. Нам передали, більшу частину, одно барахло. Барахло и хлам. Если я вам когда-то показывал на сессии те снимки, которые на пункте приема сырья, где медицинское оборудование сдавали, да, так вот, если туда сдали то, что мы видели на снимке, то я в своем больном воображении представляю, что оставили нам, и боюсь, что то, что у нас сегодня осталось. Мы с трудом можем назвать вообще медико-санитарной частью Славутической городской больницы или любым другим образованием, которое должно носить гордое имя медицина. Мы сделали сильный шаг и прошли большой путь, но впереди еще в 10 раз больше того, что нам предстоит сделать. И в силу того, что у нас сегодня полностью обветшалое оборудование и у нас абсолютно ничего нет, я думаю, что мы концептуально должны принять для себя решение, что следующий год мы должны всерьез задуматься о том, чтобы не платить, а выделять средства максимально, насколько мы можем их выделить для того, чтобы развивать медицину в Славутичи. Потому что мы же понимаем с вами, что завтра, если от нас уедут медицинский персонал и жители города окончательно разуверятся в нашей медицине,
то наш город, вы уж извините за такое сравнение, превратится в село очень быстро, без нормальной медицины. А я вам хочу сказать, потенциал у нас есть, и потенциал огромный. У нас рядом есть села, которые могут в том числе приезжать лечиться к нам, субвенцию на которых мы можем получать. У нас есть, слава богу, еще врачи, хотя, к сожалению, не все. Вот. У нас есть... Оборудования нет, есть хотя бы здание, куда мы можем привлекать. И я подчеркиваю, что я считаю, что на следующий год мы должны выделить серьезные суммы денег для закупки оборудования, проведения энергоэффективных мероприятий, которые должны привести, самое главное, к тому, к сокращению потребления медико-санитарной части тепла. 4 школы и лицей потребляют меньше, чем потребляет медико-санитарная часть. И сегодня первое, что мы должны сделать, это, ну, это поставить счетчик вот на ту котельную, для того, чтобы мы, ну, четко понимали, сколько продукта они нам предоставляют. Потому что, ну, сколько мы не разбирали этот вопрос, вообще тьма. Тьма, и непонятно, кто, за какой продукт. Они говорят, тут у нас там где-то стоит счетчик, но это наш. Первое, мы должны понимать, какой объем, раз. Вот, от происхождения этого продукта, тепла, потому что у них там 3 вида котлов, мы до сих пор еще не можем определиться, за какой вид тепла мы платим, какие там тарифы, потому что тариф утверждаем один, а поставляется он совсем, я так понимаю, по другому виду тепла. И это тоже предстоит сделать, я думаю, что я считаю необходимым это сделать вообще в ближайшее время. Далее, в связи с тем, что у нас абсолютно вот такая ситуация очень нехорошая с медико-санитарной частью, продолжая в унисон с Сергеем Николаевичем, нам необходимо выделить деньги на проведение аудита медико-санитарной части. Для того, чтобы мы понимали, куда расходовались средства, с какой целью, эффективность расходования этих средств. Для того, чтобы после проведения аудита у нас было первое, самое главное, это как мы будем дальше управлять, как более эффективно управлять. Во-вторых, мы понимали, кто и с какой целью, эффективно ли, и не стоит ли обратиться в правоохранительные органы, вот, для того, чтобы привлечь некоторых лиц за, быть может, неэффективное пользование государственными средствами. И я считаю, что аудит в данном случае, он жизненно просто необходим для того, чтобы мы полностью понимали всю картину, которая у нас происходит с медициной. Следующее. Персонал медико-санитарной части пережил, будем говорить, огромный стресс. Этот стресс связан с переходом из государственной коммунальной собственности. И сегодня часть врачей мы, к сожалению, уже потеряли. Не только врачей, а в том числе и младшего медицинского персонала. А это тоже люди, это тоже специалисты. И других воспитать, найти очень трудно. Поэтому нам нужно опять же задуматься о том, что заработные платы, система премирования персонала должны носить кардинально новый характер и не быть такими, как они были до этого момента, до момента передачи. Я приводил цифры, Галина Викторовна мне когда-то давала цифру по 2 300 000, как распределялись премии. Я считаю, что, мягко выражаясь, не совсем корректно это происходило, поэтому такого быть не должно, а должна быть разработана система премирования и система заработных плат персонала, для того, чтобы они понимали, чего ради они работают и чего ради они продолжают жить в городе Славутичи и лечить наших жителей. Депутат городского совета, начальник отдела здравоохранения Славутического горосполкома Шурыгина показала ужасные слайды нынешнего состояния нашей поликлиники. Ось в каком стані знаходиться будівля. Майже, ну, багато місць в цьому приміщенні, де такі стани відбуваються. Це головний корпус, якщо я не помиляюсь. Це інфекційне відділення, це там, де, ну, в такому стані, це важко. Стані в такому знаходиться дуже багато.
Также на сессии начальник отдела здравоохранения ответила на вопрос о продолжении подписки на лечащих докторов. На сьогоднішній день 12,5 тисяч підписаних декларацій. Із дитячого населення 4300 дітей. У нас всього дитячого населення 2200 підписано дітей віком до 17 років. Нам потрібно, з дорослого населення залишилася Плис, до якої йде підписання, ще Форостова. Це до лікарів я маю в виду. Дорослого населення не вистачає нам 4 сімейних лікаря або терапевта, щоб ми підписали залишок населення, який в нас загальна чисельність 25 тисяч населення, а підписано 12,5, тобто підписано 50%. Але до 20 грудня ми продовжуємо підписання і також продовжуємо його далі. Тільки що там буде відбуватися відкрита третя хвиля зараз фінансування. Тобто ми до цього числа підписали декларації і сподіваємось на них отримати фінансування. Далі буде знову ж таки підписуватися. Але нам потрібно 4 сімейних лікаря і один педіатр. На сьогоднішній день іще підключена до системи Сугуняка Олена Михайловна, яка теж має право набрати 1000 пацієнтів. Тобто є направлений нами офіційний лист із проханням, щоб нам збільшили кількість декларацій до лікарів. Тому що ми реально розуміємо, що до кінця року, що на наступні там 2-3 місяці ми не зможемо отримати більше лікарів. І є погодження з лікарем, що з Любічу, який може нам допомогти. Акт передачи комиссии был принят депутатами к сведению с большими вопросами. На сессии также рассмотрели вопрос о внесении изменений в некоторые программы. Это была, пожалуй, одна из самых коротких сессий. Ну, все-таки внеочередная.